В Стамбуле в честь праздника Наурыз прошла выставка художников тюркоязычных стран. На суд столичной публики свои работы представили 12 мастеров из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Татарстана. Организаторы давали предпочтение работам, передающим культурные особенности, обычаи и традиции народа. От нашей страны на выставке представлены картины членов Союза художников Казахстана Абделхана Тлеужанова и Ольги Эрен. Работы описывают природу Казахстана. На выставке я представил серию своих картин «Четыре времени года», на которой изобразил горы Алатау весной, летом, осенью и зимой. Горы Алатау – одно из самых красивых мест в мире. Моя цель была показать их. Картины в очень разных стилях, в разных техниках. Есть реализм, есть современная такая миниатюра, есть абстрактные работы, есть очень символичные декоративные работы. Мы очень надеемся, что это будет не последняя выставка. Уже сейчас, вот сегодня только прошло открытие, и уже сейчас нас через 2 недели пригласили с этой выставкой в Стамбул, Истанбул Культур Университет, Стамбульский культурный университет.